Вы сейчас описали весь путь, который человек проходит, что важно, что не важно. Но, подводя черту, я не стремлюсь к объединению. Это моя природа. Секундочку. Кто здесь хочет единства, объединения? Тянется Муши? Ты? Нет? Хаим? А, только ты, да? Кто, может быть, я не в Си, ты или Дион, может быть, любит объединение. Посмотри на любого. А если есть кто-то такой, который любит так с друзьями постоянно общаться, ну и это проходит. Ты думаешь, что ты хуже других? Я тебе могу сказать, что даже этого ты не удостоился. Ну, не получилось у тебя. Секунду, я слышал так, что если ты не устремляешься к объединению, то это путь страданий. Тянется, это значит, что я сам устраиваю так все вокруг себя, что я должен быть в этом, что меня втягивает в это. Но если хочу ли я, мой эгоизм этого хочет? Нет, наоборот. Есть много людей, которые ищут этого объединения. Они такие, запанибрата. И этому есть много примеров в нашем мире. Я вижу, да, эти болельщики футбольные. Автобусы там все поразбивают. Какая радость у них. Единство. Или альпинисты, которые чувствуют друг друга, они полностью взаимосвязаны, взаимозависимы, но это не является нашим фундаментом. У нас единство, оно в исправлении души. Так что, у тебя есть какая-то тяга к исправлению души? Если у тебя такое есть, то ты уже ангел. Если без какой-либо работы у тебя есть притяжение к исправлению, то ты к единству, ты просто автоматическая сила ангела. Знаешь, как автоматические силы, электричество там, или притяжение Земли и так далее. Это просто природная сила. Так на что ты жалуешься? Что у тебя этого нет? Ну, хорошо, ты, значит, не ангел-робот. То есть ты уже можешь начать быть человеком.